19 новых школ построят в Дагестане. Это станет возможным благодаря федеральной поддержке. Кроме того, до конца года завершится строительство 9 объектов образования, 8 школ и 1 спортзала в селе Буркихан Агульского района. Новые школы введут в эксплуатацию в селах Новокаре Бабаюртовского района, Ибрагим-Атар Тляртинского, в Ботлихском, Дахадаевском и Кумтаркалинском. А в Каспийске уже завершено строительство 2 школ на 500 и 800 ученических мест.